Здравствуйте, дорогие друзья! Я Сергей Шедловский, это мой видеоблог. И сегодня я разместил новый статус в социальных сетях и записываю этот видеоблог специально для сайта искателебога.net. И смысл того, о чем сегодня я поделился, заключается в том, что Бог приглашает нас открывать Ему все наши желания и наше сердце изливать пред Ним. Он приглашает нас все рассказывать Ему. Мы нуждаемся в том, чтобы кто-то выслушал нас. И порой, когда мы говорим и выговариваемся, в этом уже большая доля решения наших проблем. Иногда мы из собственных уст даже слышим решение и выход, получаем выход из той или иной ситуации. И потому Бог, зная эти и многие другие плюсы разговора с Ним, приглашает нас беседовать с Ним, открывая Ему все. Давайте и поступим в послушании Ему и увидим те благословения, что Он приготовил для нас и ради которых Он и приглашает нас к себе. С нетерпением ожидаю встречи с вами в феврале месяце в уединении с Богом. Но еще больше вас ожидает Иисус, потому что у Него есть особенное благословение лично для вас. Это был Сергей Шедловский, видеоблог. С Господом!